Всем привет! Лето уже подходит к концу, а ребята из Куба только начинают разогреваться и представлять свои новые смартфоны. Сегодня поговорим про новый смарт от Кубот под названием Max 3. Кто не помнит, Кубот — это производитель недорогих и качественных смартфонов в низком ценовом сегменте. Их телефончики я тестировал не один раз в своих обзорах и скажу, что ребята делают хорошо и недорого. Ранее заявлялось, что это первый 7-дюймовый смартфон в 2021 году, хотя производитель все же округлил диагональ. Реальный размер экрана составляет 6,95 дюйма с соотношением сторон 20,5 к 9. Благодаря планшетной диагонали и удобному соотношению сторон обеспечивается широкий обзор при запуске самого разного контента. При этом справится гаджет и с другими повседневными задачами, включая съемку фотографий, повседневный веб-серфинг, общение в мессенджерах и просмотр фильмов, соответственно. Врезанная в него фронтальная камера расположена в углу матрицы и минимально отвлекает от просмотра полноэкранной картинки. А благодаря емкому аккумулятору на 5000 мАч не придется постоянно подзаряжать гаджет между эпизодами любимого сериала. Кубот Max 3 оснащен тройной основной камерой с главным датчиком на 48 мегапикселей для съемки в высоком разрешении и 5-мегапиксельным макромодулем. Устройство поддерживает ночной режим и автоматически обрабатывает селфи-снимки для улучшения их качества перед публикацией в соцсетях. Работает смартфон под управлением актуальной операционной системы Android 10. За производительность гаджета отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22 в связке с 4 гигабайтами оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 гигабайта можно дополнительно расширить с помощью карты microSD. Еще одна полезная особенность модели – это наличие модуля NFC для бесконтактных покупок через платежную систему Google Pay. Для подтверждения оплаты и разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатка пальцев. Цена гаджета пока неизвестна, но уверен, что она не должна быть высокой. А если вам не нужен телефон или вы хотите испытать удачу, то можете попытать счастье в конкурсе от производителя. Ребята из Кубот запустили гив, в рамках которого 10 человек смогут получить Кубот Max 3 бесплатно. Все подробности по ссылке в описании. Уверен, что условия там очень простые и стандартные, типа подписок и лайков на видео. Переходите в общем и участвуйте. И пишите, что вы думаете про данную новинку в комментариях. Я комментарии все читаю и стараюсь отвечать. Вам хорошего лета. Отдыхайте. Расслабляйтесь. Идите на речку. В общем, проводите его с кайфом. Ну и если вам нужен телефончик, можете присмотреть. Вроде неплохой. Ну и Кубот, соответственно, я уже тестировал много раз. Могу советовать. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте про свое мнение в комментариях. Оно для меня очень важно. Ну и пока-пока. Увидимся.